говорю. Мужчина победил свою карму. У него все завелось. И вот так вот готовится сок. Давай посмотрим. Вообще здорово. Кстати, сок достаточно вкусный. Такого я никогда в жизни не пробовал. Это настоящий тростниковый сок. А вот Вовка Баба у Вовки Бабы пытается взять мелочь. Деньги. Но Вовка Баба суров. Вот ему предлагают карту. Он говорит: спасибо, ребята. Он пытается загипнотизировать. Итак, фильм. Вовка Баба и мужик Баба. Да, извините. Все стекает вот сюда. Парень отличный. Он на позитиве, он делает свое дело, и он радуется. Он делает свое дело, и он радуется, да, Вовка? За что он понимает, что все хорошо, завтра будет новый день. Новый год, и новый, как это называется, тростниковый сок. Молодец, да, парень. Кидайте, по-моему, никогда этого не видели. Парень немножко волнуется. Смотри, кидайте. Они, по-моему, вот этого вообще никогда не видели. Ну, не, как так? Ну, китайцев, исходя из, так сказать, тактичных соображений, китайцев мы снимать не будем. Ну, вот. Обратите внимание, парень кладет, это, по-моему, лайм туда. Да, это лимон. Иди. Да. То есть он говорит, что это отлично. Это придание блюду неких кисленьких ноток аромата. Вот. И обратите внимание, сейчас мы всю эту штуку будем пить. Посмотрите, он сцеживает это все дело. Вот. Мало кто это бы рискнул попробовать, потому что, судя по меркам Запада, Европы, это полная антисанитария. Вот. Но мы это будем пробовать. Ага. Даниват, баба. Даниваджи. Владимир, сними, пожалуйста, чтобы все понимали, что все-таки я это когда-то пил. Ну что, пьем за вас, зрители. Вообще вкуснятина, просто. How was the juice? No, very nice. Very nice. Juice. Вкуснее, чем у вас в Китае. Блин, я бы этим упивался бы вечно. Вкуснятина неимоверная. Дай, пожалуйста, Вован. Подожди, Вован. Скажите ваши комментарии. Вкусно ведь, а? Скажи. Вот. Все. Най. Да не, вот. Сейчас.